Здорово, товарищи, встречаем Новый год. Сегодня у нас в гостях мой друг. Я с ним дружим давно. Короче, Артур, привет. Здравствуйте. Что нам будешь готовить сегодня? Сегодня будем готовить дорадо с морепродуктами. И можно назвать это блюдо как бы колесница. Колесница. Что значит эта колесница? Наступающий год дракона – это, как говорится, мультипликационный жанр. Во все времена с драконами оборона держалась где угодно. И мы будем готовить вроде бы как бы пехоту для обороны любого государства. А это морепродукты – это значит, мы перенесемся в морскую пучину. Ладно, давай, начали. Начинаем с главного персонажа – это будет дорадо. Перед тем, как начать, ее нужно очистить, убрать жабры и распотрошить ее. Дальше мы ее потихоньку спариваем со стороны спины. Надрезами начинаем освобождать позвоночник. Перед тем, как позвоночник освободился, берется ножницы и надрезается в двух местах, освобождая позвоночник от головы и хвоста. Полностью зачищать рыбу от ребер не стоит, потому что рыба при запекании в духовке может развалиться, а ребра, которые остаются в рыбе, они как бы предохраняют остов будущей техники. Все, предварительная заготовка нашей рыбы готова. Так как у нас будет проходить оборона, а один в поле не воин, будем готовить две рыбы. Проделаем ту же операцию и вырезаем позвоночник. Вторая заготовка нашей боевой машины тоже готова. Нам нужно эту рыбу поперчить, посолить. Добавим сперва французские травы. Возьмем перец и поперчим. Затем подготовим. Я это уберу, это не надо. Смажем маслом. Выкладываем пергаментную бумагу. И главное в этом блюде, нам нужно сделать одну вещь. Для этого нам понадобится фольга. Мы возьмем фольгу и из фольги сделаем шар, чтобы забить брюхо рыбы. И у нас получился как бы раковина. Выставляем ее в противень в вертикальном положении и ставим ее в духовку на 200 градусов на 15-20 минут. Окей, давай. Теперь будем готовить морепродукты. Первым делом мы приготовим наших раков. Они у нас будут исполнять главную роль. Чтобы сварить раков, добавим корешки петрушки и укропа. Также кусок лимона. Посолить надо. И опустить двух наших рачков. Раки будем варить 10 минут. А за это время подготовим остальные морепродукты. Тебе помочь? Можно. Почистим креветки. Головы оставляем. Головы оставляем для эстетической красоты. Морепродукты подготовлены. И все это обжарим на сковородочке с добавлением специй. Наливаем на сковородку оливковое масло. Начинаем обжаривать морепродукты. Первым делом мы забросим гребешки. И креветки. И добавляем остальные морепродукты. Обязательно нужно солить и перчить. Добавим лимонный сок. Морепродукты у нас готовы. Я думаю, наши раки тоже сварились уже. Для украшения мы возьмем пару листьев салата. И возьмем лимон. Достаем рыбу. Наша рыба готова. Достаем шарики и выставляем на тарелку. Раки нас будут исполнять извозчиков. К
креветки будут исполнять помощников нашего извозчика. И равномерно уже распределяем наше оружие по тарелке. Гребешки будут у нас торпеды для нашей машины. Готова наша машина для боя? Вам с Новым годом! Это был Артур. Мы вам желаем всего самого-самого хорошего, спокойного, мирного в 2012 году. До свидания. До свидания, с Новым годом.